В Республике Беларусь на данный момент проживает 2132 ветерана Великой Отечественной войны. Из них всего 1116 – непосредственные участники боевых действий. Самым молодым из них уже далеко за 90 лет. С каждым годом очевидцев тех страшных событий становится все меньше, а вместе с ними уходит и живая память. Но в нашей стране не принято забывать героев. В крови белорусов на генном уровне заложено чтить своих предков, а тем более тех, кто ценой собственной жизни спас народ Советского Союза от неминуемой гибели. Поэтому представители депутатского корпуса совместно с оркестром 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии праздника Победы. Валентин Николаевич, разрешите вас поздравить 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, пожелать вам от лица Московской администрации, нас всех, здоровья, бодрости духом, ну и всего-всего самого наилучшего. Примите наши поздравления. Сегодня много рассуждений разных мнимых историков и политологов, пытающихся трактовать Великую Отечественную войну в неоднозначном ключе. Гадают, кто прав, а кто виноват. Ставят под сомнение подвиг советского солдата. Но все слова меркнут перед слезами человека, который своими глазами видел весь этот ужас. Пережил те трагические события и сквозь года смог донести ношу войны до наших дней. И в преддверии уже 77-го мирного Дня Победы гордится тем, что их подвиг будут помнить всегда. День Победы всегда был День народа. Это самый праздник. Так, не могу успокойся. Купить. Успокойся. Не могу. Самый большой праздник наш. Вот. Все, не могу, ребята. Самое главное, чтобы вы не позабывали нас, нашу работу. Вот. Чтобы вы всегда были, ну, как говорится, на высоте наших людей. Оркестр играет песню «День Победы», которая уже не один десяток лет символ 9 мая. Наверное, даже к лучшему, что нам не понять, что чувствуют ветераны, когда слышат знакомую мелодию. Белорусы обязаны помнить подвиг тех, кто своими жизнями остановил геноцид, и чтить тех, кто еще рядом с нами, и делать так, чтобы ветераны оставались на этой земле как можно дольше, чтобы еще несколько поколений могло слышать правду из первых уст. Сейчас представилось, ночи, сейчас ты не спишь, все вспоминаешь. 14 лет мне было, мне наградили медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Это я ее ношу уже 70 лет, эту медаль. Ну и всего наградили там больше 30 медалей. Русские, украинские, монгольские, китайские и белорусских много. Особенно последние 100 лет со дня вооруженных сил, 75 лет там. Поздравления участников Великой Отечественной войны проводились в рамках республиканской акции «Помнить подвиг наших предков – задача нас, потомков». В настоящее время в городе над Бугом проживает 214 ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших в годы войны. Наш долг – помнить о каждом. Александр Богданович, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БугТВ.